На прошлой неделе в Эстонии приняли государственный бюджет, в котором на субсидии фермерам выделено 10 миллионов вместо обещанных 15 миллионов евро. При этом еще осенью говорилось всего о 5 миллионах евро. Дополнительные средства пришлось изымать из резерва. Несмотря на увеличение суммы, фермеры остались недовольны и провели на прошлой неделе пикет перед зданием Ригикогу. Мы обсудим этот вопрос сегодня с депутатом Ригикогу и владельцем фермы Мартином Репинским. Доброе утро. Доброе утро. Ну, если последовательно эту тему рассматривать, сначала вообще говорилось о том, что будет выделено 5 миллионов евро. Угу. Это тоже вызвало недовольство. В итоге нашли дополнительные средства из резерва. Теперь эта сумма составляет 10 миллионов 200 тысяч евро. Но фермеры все равно недовольны, хотят все-таки получить 15 миллионов. Ну, как мы знаем, денег много не бывает. Но на самом деле, если посмотреть вообще, откуда и как вообще эти дотации выплачиваются, то ну, изначально вообще вот все субсидии, которые мы получаем, которые получают фермеры, которые приходят из Европейского Союза или так или иначе с ним связаны, они ведь выплачиваются для того, чтобы ну, начали их выплачивать после войны, для того, чтобы там, поддержать производство продовольствия и так далее. Сейчас они, в принципе, как уже традиционно, просто их платят. И на самом деле, ну, я сторонник того, чтобы дотации вообще не было, потому что была бы честная рыночная конкуренция. Но если в каких-то странах их платят, то должны платить и мы. То есть должны быть равные вот эти возможности, равная конкуренция, потому что рынок у нас общий. И фермеры, например, из той же Франции продают на том же рынке продукцию, где и эстонские фермеры. То есть в пределах Европейского Союза в основном. Вот. И поэтому, когда есть возможность где-то выплачивать больше, а у нас платят, в Эстонии фермеры получают меньше, то, конечно же, получается такое чувство несправедливости и желание получить больше денег. Вот этот топ-ап – это те дотации, которые государство может доплачивать из своего бюджета. Их разрешают доплачивать только новым странам, относительно новым странам Евросоюза, коим является Эстония. Вот. И Эстонии этот последний год, следующий, когда Евросоюз это разрешает. В дальнейшем мы вообще не сможем выплачивать. Вот. Но мы знаем, что был период, когда в Эстонии вообще не платили эти дотации, то есть таким образом сельское хозяйство недополучило в районе 80 миллионов, и последние три года эти дотации выплачиваются в полном объеме. И сейчас от максимального объема 15 миллионов фермеры получают 10 миллионов. Вот, я считаю, что это достаточно тоже немаленькая сумма. Конечно, лучше бы, если бы получили бы полностью, но здесь есть и в самом секторе, то есть и представители фермеров, представители предприятий, которые вообще против этого топ-ап, так называемый, потому что там само по себе распределение этих дотаций, оно несправедливое. То есть берется по 2007 году, и в зависимости от того, сколько было гектар земли, сколько было животных в 2007 году, и получает предприятие дотацию. То есть есть те, кто вообще уже закончили производство, но до сих пор получает, а есть те, кто, например, начали этим заниматься сельским хозяйством после 2007 года, то есть так называемые там молодые фермеры или там новые достаточно предприятия, относительно новые, и они вообще не получают, потому что у них нет такого права. Почему так получается? Почему никто не следит за деятельностью, за развитием рынка, если... Почему берутся данные за 2007 год? Это несколько странно. Но такие правила были установлены. Это была договоренность на уровне Европейского Союза еще тогда, в 2007 году далеком. И изменить это не было возможности. И поэтому с тех пор есть много противников и сторонников. Но, как мы знаем, если мы возьмем общество, например, фермеров, там, или эту палату производителей, то есть, которая объединяет производителей, то там громче всего голос, конечно же, звучит крупных и достаточно старых предприятий, потому что они были учредителями и связаны там с руководством, скажем так. И, конечно же, они всегда стараются эту тему поддерживать. Но вот я, например, вхожу тоже в союз молодых фермеров Эстонии, и там достаточно тоже активно эта тема обсуждалась, и, в общем-то, практически все там были против вообще этих дотаций, потому что получается, что, опять-таки, тут получают попадают молодые фермеры в неравные конкурентные условия, потому что, соответственно, опять-таки, у нас рынок общий, мы конкурируем там и за земли, и за работников, и за, естественно, рынок сбыта. И получается, что старые предприятия, то есть те, кто, у кого уже и так, можно сказать, жирком, скажем так, да, они еще эти дотации получают, кто-то получает там миллионами их, а молодые фермеры их, соответственно, вообще не получают. Поэтому здесь такой спорный вопрос, и, ну, я думаю, что, к счастью, это вот уже последний год сейчас, и в дальнейшем уже этих споров больше не будет.
То есть в 2020 году в любом случае больше 15 миллионов государство и не могло бы доплачивать. Да, это а максимум. Сколько выплачивает Евросоюз фермерам нашим? Там суммы зависят от ступеней различных, но там исчисляется сотнями миллионов. То есть там это невозможно сравнить с тем, что вот этот топ-ап. Но топ-ап просто он направлен определенный сектор, определенным фермерам, так скажем, которые давно, вот, как я сказал, уже начинали. Uh-huh. Поэтому за это, конечно же, бьются те, кто напрямую заинтересован в этом. Хорошо. А вот к 2027 году Эстония может начать получать до 77% от субсидий, которые вообще uh-huh. выплачиваются государством Западной Европы. Это значит, что Евросоюз будет увеличивать дотации? Ну, здесь вопрос в том, либо Евросоюз будет увеличивать нам теоретически, либо уменьшать другим, тем старым странам, чтобы у нас был более-менее равный уровень. И вот эта тема, конечно, она более серьезная, чем топ-ап. Во-первых, там суммы более крупные, во-вторых, на это мы можем действительно повлиять. И это деньги, которые приходят в Эстонию, приходят в наше производство, которые в дальнейшем, получается, все равно возвращаются в виде налогов, в виде произведенных товаров и так далее. То есть вот любое евро, которое поступает к нам из Европейского Союза, это, я считаю, победа вот наших действительно политиков, дополнительное евро, я имею в виду. То есть поэтому нужно работать именно в этом направлении. И, в общем-то, когда я разговаривал с фермерами на том же, на этой акции протеста и так далее, то есть все говорят, что, в общем-то, они не по поводу топ-апа даже вышли на улицу, а по поводу того, что хотят еще обратить внимание Европейского Союза, нашего правительства, чтобы еще больше, еще жестче бились на уровне Европы за эти дотации. Потому что тут, получается, есть фермеры, например, где-то во Франции, в Голландии, еще в других странах, где, в принципе, они небольшие предприятия даже могут вообще не производить продукцию. То есть настолько у них высокие эти дотации, что могут за счет них покрывать все расходы и еще и прибыль получать. Поэтому в Эстонии немножко по-другому. Здесь у нас нужно, чтобы было эффективное производство, поэтому предприятия некоторые объединяются, поэтому создаются крупные предприятия. А Европейский Союз вообще следит как-то за производительностью фермеров, скажем? Почему в Голландии фермер может получать такие дотации, чтобы не работать, а здесь люди бьются за копейки? Конечно, все решается на уровне Европейского Союза, и все всегда говорится о справедливости и так далее, но, тем не менее, каждый политик же в первую очередь думает о своей стране, о своих избирателях, о своих фермерах. И, естественно, никто не хочет у них забирать и давать больше нам. И тем более, что если мы посмотрим, что такие страны, например, Германия, Франция, та же Голландия, они выплачивают Евросоюз больше, чем получают оттуда. А Эстония всегда получала больше, чем выплачивала Европейский Союз. Поэтому для них такое, как бы, получается тоже желание восстановить справедливость, выплатить своим фермерам больше, всегда на первом месте стоит, на мой взгляд. Но у нас в сельском хозяйстве занято 3% населения Эстонии, а тем не менее на рынках и на прилавках магазинах мы видим довольно много эстонских продуктов. То есть производительность у нас достаточно хорошая. Но тут надо действительно снять шляпу, скажем так, перед нашими производителями, потому что у нас одно из самых эффективных производств в Европе. У нас это достигается за счет крупных предприятий, потому что в сельском хозяйстве можно достичь эффективности и снизить себестоимость, в первую очередь, за счет масштаба. И это практикуется в Эстонии достаточно активно. То есть у нас одни из самых больших вообще ферм в Европе. Ну а если говорить в общем о ситуации, когда мы вступили в Евросоюз 15 лет назад, ситуация изменилась, стала лучше? Какие тенденции здесь можно отметить? Вот когда у нас было, в принципе, не было возможности до того, как мы вступили в Евросоюз, например, свою продукцию продавать в Россию молочную. То есть был этот рынок закрыт. Когда в 2004 году мы вступили, рынок открылся. И очень быстро начало развиваться молочное производство, потому что начали туда, ну в том числе и из-за дотаций, конечно, из-за того, что рынок российский открылся, начали туда поставлять очень много продукции. Но теперь он закрылся? Да, и также точно он закрылся вместе с этим Европейским Союзом. И возникли опять-таки проблемы. Поэтому тут сложно сказать вот по поводу открытия рынка, плюсы это или минусы, потому что всегда поиск новых рынков это усиливает всегда производство, усиливает всегда сами предприятия, когда есть возможность, что, ну, когда они имеют мотивацию что-то новое искать и развиваться. Вот. Но без дотаций, понятное дело, что сейчас выживать сложно вообще в мире, потому что их платят везде. Их платит та же самая Россия, Европа, Америка. И поэтому либо их вообще не должно быть, либо они должны быть равными. Но, естественно, вот эти дотации, которые мы привлекли из Европейского Союза, они, конечно, дали очень большой толчок к развитию сельского хозяйства Эстонии. Если мы вспомним, в каком виде, в каком состоянии было, какая техника работала на полях еще 15 лет назад и какая работает сегодня, то это, конечно, день и ночь. Ну что ж, будем надеяться, что сельское хозяйство нашей страны будет и дальше развиваться. Благодарим нашего гостя. У нас в гостях был Мартин Репинский, фермер и депутат Риги.